Очередная стрельба в столице. Конфликт произошел ночью в одном из баров на Поздняках. Трое нетрезвых посетителей затеяли драку с работниками заведения. Один из клиентов пустил в ход огнестрел. В результате ранения получили двое охранников. Сейчас они госпитализированы. Правоохранители задержали одного из зачинщиков этого конфликта. Еще двоих мужчин поймали неподалеку от места преступления. Полицейские изъяли гильзы, оружие. И вот теперь дебоширам грозит до 7 лет лишения свободы.